говорим о картине Рембрандта «Возвращение блудного сына», мы говорим не просто о психологическом портрете, а мы говорим о портрете, ну, я бы сказала так, космического значения. Потому что если бы был какой-то такой вселенский разум, который бы хотел разобраться, кто такие люди, вот что отличает, допустим, нас от тоже очень умных и замечательных, и обаятельных дельфинов, например. Что нас отличает? Надо посмотреть картину «Возвращение блудного сына». В этой картине есть три человека, у которых, у двоих из них лица говорящие, которые нам рассказывают так много, что просто можно у этой картины стоять и рыдать. И один человек из этих троих своим затылком, своей фигурой и особенно своими ногами, пятками своими, рассказывает о себе столько, что вы себе даже не в состоянии представить. Это эрмитажная картина. И когда-то, когда у нас была одна общая страна, я в Эрмитаже бывала примерно раз 5 лет, если не больше. И эту картину я никогда не пропускала, потому что это особое потрясение души. К старому отцу вернулся блудный сын. Легенда гласит о следующем. Отец богатый решил не дожидаться момента своей смерти и разделил свое состояние между двумя сыновьями. Старший сын, вот он стоит в профиль, остался с отцом, и состояние, которое ему предоставил отец, умножил. Он трудился, не покладая рук своих. И создал для старика отца замечательные условия его пожилой жизни. Окружил его теплом, уютом, богатым, хорошим домом и так далее. А младший сын, который стоит сейчас на коленях, отправился в большой мир. Он пропил, прокутил, прогулял отцовское наследство. Он был игроком, он был бабником. И вот есть знаменитая картина Босха «Блудный сын», где показан даже такой вот интересный момент. Наверняка Босх это прочитал в апокрифах. Низшую стадию человека с точки зрения людей времен Босха, что этот блудный сын, поскольку он обнищал и совершенно, так сказать, потерял облик человеческий, он стал кашкадавом. У него на его сумке заплечной висит шкурка кота. Вот он уничтожал котов и эти шкурки продавал. Ниже опуститься нельзя с точки зрения мозга. Рембрандт нам не показывает всей этой истории, не дает нам возможности постичь все падение этого младшего сына. Но он нам показывает человека, который бритая, как у каторжника, голова, у которого нищенское одеяние, и ноги которого в этих штиблетах исходили множество дорог. И слепой отец, который уже не способен видеть этого сына, он его на ощупь воспринимал. На лице его невероятная радость, невероятное счастье от того, что все-таки живой. Несмотря ни на что, живой и пришел домой. А лицо старшего сына, вот когда смотришь на живую картину, в слайде это, к сожалению, не видно.
вот просто, знаете, вот такими буквами написано, а я. Не негодование, а такая обида. Обида. А я. Я прожил праведную жизнь. Я умножил твое богатство. Я досмотрел тебя в старости. Я все для тебя сделал. А ты любишь этого. Никому не негодного, ни на что вообще не способного. Ты привечаешь его, ты его ласкаешь, ты рад ему. А я. Потрясающе. Это та степень психологизма, которая нас, людей, которые пришли в другое время, другая страна, мы другие люди, он нас вовлекает и делает соучастником этой сцены. Дальше. И был еще художник, который был королевским живописцем. Он был обожаемым художником английского двора, Антонис Ван Дейк. Если у нас не хватит сил и времени, стоит зайти в музей Академии Венской. Там очень много работ Антониса Ван Дейка, если будем успеть. Да. Ну и, конечно же, мой любимый Диего де Сильва и Ласкес, Минины или Фрейлины. Это коллективный портрет, где мы знаем, как зовут каждого персонажа. И, например, вот эта вот карлица Мария Барбола, которая держит в руках голубую ленту, ей подарил Филипп IV, папа инфанты Маргариты, орден он ей вручил за хорошее воспитание королевских детей. И тут каждый персонаж рассказывает свою историю. И, конечно же, главный персонаж – это инфанта Маргарита. Это удивительно уникальная картина, в которой столько тайн и загадок, что ей вообще можно посвятить отдельные 2 часа. Но я только скажу основные вещи. В этой картине есть художник Веласкес, он стоит у холста и пишет портрет Габсбурга, Филиппа IV и Марианны Австрийской. Но их нет в этом холсте, они отражаются в зеркале. Вот такое зазеркалье. И мы с вами, стоя и разглядывая Минины, где мы находимся? Рядом с королем и королевой. Вы понимаете? Только мы почему-то в зеркале не отражаем. Вот здесь, в этой картине, так рассказано многослойно. И так мы можем говорить о психологии портрета. Что мороз по коже, столько тут слоев в этом Наполеоне. Дальше. Опять Веласкес. Портрет папы Иннокентия. Вот здесь портрет маска, портрет характер и психологический. Все в одном портрете. Это каким надо быть гением, чтобы все это совместить. Почему я говорю портрет маска, как вы думаете? Папа настроен показать свое истинное лицо? Нет, конечно. Портрет характер. Видно вам, что этот человек абсолютно железной воли? Это совершенно очевидно. И портрет, в котором угадываются такие темные глубины, такая сторона Луны, которая никому не показывается, что когда папа Иннокентий увидел этот портрет Веласкеса, он сказал только одну фразу. Слишком правдиво. И сказал Филиппу IV, который... патрон Веласкеса, который Веласкес, придворный живописец испанского короля Филиппа IV. И в связи с тем, что у них
дружба с королем Иннокентий, папа Иннокентий, одному из самых религиозных монахов Европы сказал: слишком много воли вы дали своему придворному жрецу. Он позволяет себе говорить такие вещи в своей живописи, что никому до сих пор не было позволено. Вы его слишком свободно держите. Знаете, что он ответил Филиппчику? Это интересно, правда? Ваше святейшество, сказал король папе, я вынужден идти навстречу Веласкесу и позволять ему такие вольности, потому что он единственный человек, который дарит вечность. То есть король понимал, что рядом с ним живет и работает человек, создающий произведения, которые попадут в вечность. Ну, собственно говоря, наше время для них и является вечным.